Или фиг его знает. Чё-то сильно не думается вообще. В прошлый раз, когда я строил теорию, у меня хоть зуб не болел. Не, ну есть же секреты. Они или есть, или нет, как говорил этот. Как говорил Винни-Пух, мед если есть, то его сразу нет. Вот что-то с кольцом может, не знаю. Что у него на руках, кольца какие-то? А может и нет. Так, ну если туман. Блин. Реально долго. Ой, там туман. А нет, все-таки кольца. Тут как с деревом. Несколько раз бьешь, а оно нифига. Мимо. Да блин. Туман. Ой, он близко подходит. Ничего не видно. Браслеты. Ну, если знать, что делать, да. Ну да. Тут легко, видишь, если знать. А так он и мечом может зафигашить. И вот эти одни колеса эти чего стоят, если у тебя мало жизней. Я помню, как во второй, по-моему, части. Это вообще, они так задолбали эти колеса. Да, во второй части. Так что смотря относительно. Понимаешь, когда я уже просто знаю принцип по дереву, тогда уже легче. А там второй босс? Тем более тут явные, они прям горят. Эти браслеты. А вот так, если б не знал бы, я б долго упил бы там куда-нибудь. В туловище там, не знаю, куда-нибудь еще.